Примет любой, тем более, что празднование Рождества выпало на 25 декабря вовсе не потому, что в этот день родился Иисус. Так решил папа Юлий I в 4 веке, чтоб совпало с древнеримскими сатурналиями, и не надо было приучать народ к новой дате. И чтобы каждый мог подарить кому-то в этот день частичку тепла, особенно когда на улице по-декабрьски холодно. Гарик Небницкий, Зал Чичуа, Наталья Латухина, RTVI, Нью-Йорк.